Без комментариев. Прошел час. Я упаковал, разобрал велик. Пришло время его упаковать. Все, что осталось от него. Отлично, он влез в коробку. Эта коробка, это реально классная коробка. Она полностью помещается под габариты в самолет. И разобрав велик, я уместил его в эту коробку. И так. Собственно, если вам нужно будет заказать где-то коробку для перелета, можете сделать это в Гофротаре на Цветочной. Очень хорошая фирма. За 5 часов сделали такую коробочку.